Добрий вечір, це тема дня в студії Ніна Дорошевська. Миколаївська письменниця Ангеліна Кріхелі організувала благодійний марафон, в рамках якого подарувала свої книги районним, міським, обласним бібліотекам для дітей в різних містах України. Як сприйняли такі подарунки бібліотеки? Скільки коштує в Миколаєві видати власну книгу? Та в чому специфіка роботи для дитячої аудиторії? На всі ці питання відповідають наші сьогоднішні гості. У нас в студії миколаївська письменниця Ангеліна Кріхелі і літературний агент Юрій Багрянцев. Добрий вечір, друзі. Спасибі, що завітали в нашу студію, знайшли час. Я хочу нагадати глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Ангеліна, будь ласка, до тебе перше питання. Для того, щоб організувати марафон, були видані додаткові благодійні тиражі. Вони надіслані до бібліотек України. А які бібліотеки Миколаєва поповнили свої фонди твоїми книгами? Ну, во-первых, раз мы говорим о благотворительности, то нельзя приходить без подарков. Это вам, Анетта. Дякую. Друзі, дивіться, яку чудову книгу подарувала мені наша сьогоднішня гостя, миколаївська письменниця Ангеліна Кріхелі. А вона має таку цікаву назву «Спасти Кощея». «Спасти Кощея». Адже саме Кощей – знаходиться в небезпеці, так, Ангеліна? Ну, не совсем так. Он в опасности, прежде всего, потому что загнал себя сам в такое состояние и положение вещей, создав характерный образ, к которому мы привыкли, и который в этой книге немножечко разрушается. Ну, такой своеобразный взгляд на фольклор. Фольклор это дозволяет, это не авторские герои, поэтому я могу с ними играть так, как пожелаю. Ну а что касается благотворительного марафона, как это теперь, какое название получило, началось все на самом деле с того, что тиражи предыдущих книг, когда выходили книги маленькими тиражами в библиотеке, просили еще, пополнить фонды. Да, потому что есть районные библиотеки, есть филиалы городских библиотек. На сегодняшний день книга есть, это и другие книги есть в библиотеке Кропивницкого для взрослых и во всех ее филиалах, библиотеке Вити и Шуры для детей городская и во всех ее филиалах, и в областной детской библиотеке имени Лягина и во всех районных библиотеках. Миколаївській області. Миколаївської області і во многих районних бібліотеках, і обласних, і городських, більшість городів країни. І я знаю, що твої книги отримала і Київська національна бібліотека, так? Ну, вона була одною з перших, ще до виходу, наверное, ні, перший, не дай мені соврати. Це до виходу Кощея. Ну, до виходу Кощея. Дело в тому, що ви, извините, ради Бога, коли дуже багато проєктів і роботи, з часом вот эта грань між «это было до или после», вона стирається, і перестаєш фіксувати события, їх послідовність, хронологію какую-то. Когда только вышел дополнительный тираж, как «Котенок правду искал», мы по долгу работы были в Киеве. Зашли, собственно, ну как не зайти с подарками в Киевскую национальную библиотеку, которая нас ждала, вот, поскольку тоже знает, в общем-то, о нашей деятельности, и оставили в подарок ей тоже комплект книг. Ну, тогда еще до Кощея. С Кощеем мы туда еще не добрались. И еще, кроме миколаївських библиотек, книги твои в Луганской библиотеке, так? Дело в том, что так получилось, что видя, у меня в друзьях и в Фейсбуке, и очно в друзьях очень много библиотек и библиотекарей. Поэтому они видят какие-то мои посты, какие-то сообщения, в принципе, вот эту активность такую благотворительную, и периодически обращаются с просьбой, а пришлите нам, пожалуйста, потому что у нас, ну, очень скромно, мягко говоря, пополняется библиотечный фонд книжный, в принципе. Вот. Ну, вот потому тут, что... Я прошу прощения, тут я немного вклинюсь. Библиотечный фонд пополняется, но художественной литературой. Вот с художественной литературой больше сложности. Дело в том, что во многих областях страны он и с нонфикшеном не очень пополняется. Но большинство, да, где-то финансирование есть маленькое, где-то есть рекомендованная литература, которая пополняет, да. Но это не совсем то, что могло бы заохочить читачи в приходить частише до библиотека, ну, вот каким-то таким образом.
Поэтому они пишут, просят прислать, читают книги, те, что есть в свободном доступе, говорят, классно, хотим. Вот. И, в общем-то, мы связываемся с ними, общаемся и отправляем им книги. Ну, а поскольку это происходит, ну, нередко, прямо скажем, я в итоге приняла решение, ребята, пишите мне все, кто хочет, всем отправляю. Ну, благотворительные тиражи это позволяют дополнительные, поэтому получился такой маленький марафон. Тобто усі бібліотеки, які взяли участь в твоєму марафоні, вони добре сприйняли саме цю ідею благодійного марафону, ну, так? Ну, якщо бути точно, вони, як би, навіть не добровольні учасники, вони попросили о таких подарках, і я з удовольствием їм їх відправила. От як-то так. Для реалізації благодійної справи необхідні гроші. Це не таємниця. Юрій, будь ласка, як ви вирішуєте да, це питання? Так, деньги, так, к нему. Будь ласка, ви як літературний агент. Вопрос, на самом деле, очень простой, и одновременно с этим очень сложный. Во-первых, для того, чтобы писать книги, нужен писатель. Писатель есть. Для того, чтобы издавать, нужны две составляющие. Это издательство. Издательство должно быть... Это должно быть издательство. Это как семья. Это люди, которые понимают... которые помогают, которые где-то идут на уступки, где-то понимают, ну, идут навстречу, вот, и меценат. Это слово, оно очень большое, оно очень емкое, подразумевает очень множество смыслов, но я смог найти меценатов, которые услышали, которые поняли Ангелинину задачу. Я когда-то где-то в какой-то социальной сети читал, что, мол, типа, да, подумаешь, книжки твои никто не покупает, да, печатаешь и раздаешь налево-направо. Ну, тут я не согласен, потому что задачи-то другие. Но вернемся к деньгам. Мне помогает, нам с Ангелиной помогают очень разные люди, и честь им хвала этим людям, я не буду сейчас принципиально их упоминать, потому что большинство из них просили остаться неизвестными. На некоторых книгах даже не написано, что тираж выдан за благодейные кошты. Человек просто не хотел. Некоторые люди, я понимал, что должен тоже сказать спасибо, я смог их убедить хотя бы назваться. То есть не говорить, что книга издана благодаря там шановному, перешановному, ордену, ну и так далее. Просто человек. Они в первую очередь люди, да. И во-вторых, каждый из них, большинство из них, извините, говорят, что пусть не ведает левая рука, что делает правая рука. То есть это принципиальная позиция, потому что мы, когда работаем в партнерстве... мудрость. Да, мы когда работаем в партнерстве с какими-то людьми, которые вкладываются... То есть я вкладываюсь в это интеллектом, Юрий Николаевич вкладывается в это организацией, организаторскими тоже интеллектом, да, какими-то нюансами, а эти люди вкладываются финансово, но только те люди, с которыми мы совпадаем идеологически, душевным настроем, да, что это делается во благо детей, это делается во благо библиотек, без какой-либо выгоды на самом деле. То есть даже если, например, вот взять весь пул, как говорится, Ангелининых книг и дополнительные издания, и прочитать, вот открыть, посмотреть, кто был, помогал нам в этом, можно поковыряться, да, можно а вот этот, это партийный, это вот такое, это секое, это... Нет, это просто люди, в первую очередь. И когда мы приглашали, да, мы иногда говорим, а давайте вы с нами, там, мы вам расскажем, там, не надо. Вот ты, вот дай мне слово, вот человек один сказал, дай мне слово, что ты ни одну книгу из этого тиража не продашь. Это все уйдет детям. Вот пускай Ангелина раздает, приходит разговаривать с детьми. Вот. Да. Ну, не просто раздаем, да, ну, а детям, которым это нужно, которые этого хотят. И вот когда на фоне этого обращаются к тебе библиотеки, говорят, а мы хотим ваши книги, ну, как можно сказать нет? Да, вот, пожалуйста, берите. Конечно, потому что читающие, мы когда вот с Ангелиной, когда встречается со своими читателями, да, мне очень интересно наблюдать, я даже иногда вклиниваюсь в этот процесс, ну, общаюсь с детьми, потому что читающих детей на самом деле очень много. И большинство, самая большая проблема – это родители, занятость родителей. То есть родителям не всегда есть время уделить внимание ребенку, поговорить с ним. И вот такие проекты – это книга для семейного чтения. То есть родители читают сказку ребенку, сами видят эту сказку. Вот помните, когда мы читали Носова «Не знаю, где на Луне» в детстве, а почитаешь сейчас, уже совсем по-другому все это смотрится. Да? Так же самое родители.
они ищут в этом какие-то ключики, какие-то месседжи, какие-то такие звоночки для себя. Это очень доброе дело, ну, это очень интересно. Поэтому сразу упреждаю, скажу, что вот когда я в социальных сетях увидел фразу, что, ну, подумай, что напечатала за деньги спонсоров, да, и все, привет. Да нет, у нас, открою секрет, у нас на подходе уже несколько коммерческих проектов, да. То есть мы не просто дарим, да, но мы хотим еще книгу дать более широкому кругу читателей, не только тем детям, которые нуждаются в этом, нуждаются именно. Потому что на презентациях книг нам, ко мне очень много подходит людей, говорят, где можно купить такую книгу? Ну, пока нигде. Ну, скоро времени, надеюсь, мы попробуем сделать так, чтобы можно было купить. Юрій, ви зараз сказали, що діти читають. Але у мене є інша статистика, що сьогоднішнє покоління дітей дуже мало читає. Ангеліна, будь ласка, ти постійно зустрічаєшся з дитячою аудиторією. Як ти їх зауважуєш до книг? Ну, во-первых, давайте пойдем от обратного. Если они предлагают провести встречу с автором, значит, им это нужно. Для того, чтобы им это было нужно, они должны были как минимум познакомиться с моими какими-то текстами и заинтересоваться. Значит, они читают. Ну, как бы логично, правильно? Во-вторых, читающих детей не стало меньше. Дети, стали читать другую литературу, чем читали мы вот в их возрасте. И Б, они ушли читать в сеть. В первую очередь, потому что родителям достаточно накладно, когда не знаешь, за что купить хлеб и чем заплатить за отопление зимой, бешеные деньги, да? Какие могут быть книги, тем более художественные, когда надо столько купить для школы, собрать ребенка, чтобы он был не хуже, чтобы он не страдал от буллинга, да? Вот. Поэтому какие-то такие социальные вопросы съедают вопросы интеллектуального развития. Поэтому дети, которые хотят читать, их ничто не остановит. Они приходят в библиотеки читать живую книгу, или они уходят в интернет читать электронную книгу. Но они все равно продолжают читать. Просто их отловить, отследить сложнее. Твои книги выдаются трьома мовами – українською, російською та англійською. Це для підвищення інтелекту твоїх читачів? Я думаю, що чоловік, який бере в руки книгу, він вже однозначно вище інтелектом, ніж той, який її не бере. Не в осуждение, кому би то ні було сказано, тому що образ життя у нас у всіх різний. І не у всіх є така можливість, навіть коли є бажання. Але, во-первых, переведені не всі книги. Одна из книг переведена, написана на трех языках. «Котенок правду искал». Да, «Как котенок правду искал». Она на русском, на украинском и на английском. На русском, потому что русскоязычный регион долгое время был, и потому что это, в общем-то, тоже международный язык, потому что носителей языка очень много в мире. На украинский, потому что это державна мова, це мова моєї держави, моєї батьківщини, ну, це логично. К тому же дети сейчас обучаются в школах на украинском языке. Ну и английский тут само собой, потому что он международный. И литературы не учебной, художественной, но которая бы помогала детям развиваться, развиваться не только интеллектуально, но и душой и сердцем расти. Этой литературы, к сожалению, не так много. Дети часто приходят, ну, по долгу, в общем-то, своей деятельности, я общаюсь с библиотекарями, которые часто жалуются на то, что дети, приходя в библиотеку, просят вот одну книгу на, скажем, украинском языке и на английском. Им приходится выносить вот такие тома отдельно на украинском, отдельно на английском. И когда вышла вот эта книга на трех языках, сразу они очень обрадовались, потому что это практично, это удобно. Тебе не нужно брать сразу 10 книг, чтобы все переводы посмотреть. Вот они, как бы все переводы есть, плюс интерактивная составляющая. Добавлю. Да. Я никогда не забуду выражение лица. В общем, из посольства Дании. Да. Культурный атташе, который просто: мы будем учить украинский язык на вашей книге. Мы подарили несколько книг таких. Посольство Швеции у нас. Ну, так получилось, что. Ну, были на семинаре, да, виделись, да, с этими людьми. Лікарі без кордонів, наши Николаевские, они читают книги, им тоже очень понравилось.
Ну, это удобно. Это удобно. Практиковать, в общем-то, сюжет очень простенький, но, из-за этого его еще легче читать, и, б, это просто практика. Ну, то есть, какие-то работы классиков, которые перевели, мы уже знаем. Иногда мы не практикуемся на чем-то, потому что, ну, мы это уже помним, это уже не так интересно. Или интересно, но мы воспроизводим просто по памяти, а не переводим в действительности. А здесь можно как бы на свежем тексте потренуватися, по суті. Ангеліна, будь ласка, ти займаєш таку активну громадську позицію, ти постійно утворюєш якісь благодійні акції, зустрічаєшся з дітьми, з читачами, з дорослими, з аташе різноманітними. В Миколаївській області, як і в країні в цілому, чимало письменників, поетів, багато творчих людей, але вони якось не дуже розповсюджують свої твори, адже, можливо, їм не вистачає такої наполегливості. Що ти можеш їм порадити? Я думаю, что это не вполне в моей компетенции. Каждый делает то, что может, и то, что ему велит сердце. У каждого свои возможности, свои желания, свои потребности души. Я делаю то, что я могу сделать, то, что я хочу сделать. Но я считаю, вот он со мной все время спорит, я считаю, что я делаю очень мало. Если бы у меня была возможность больше уделять этому времени, я могла бы делать больше. К сожалению, я физически не могу, потому что я тоже живой человек, и мне нужно тоже работать, заработать на то же отопление, на тот же свет, газ, воду и прочее. Вижу с ним. Вот. Поэтому у меня есть основная работа, которая занимает основную часть времени и в сутках, и не позволяет мне, к сожалению, больше отдавать людям того, что есть у меня внутри, того, что я могу и хочу им отдать. Хотя, однако, социальные проекты не заканчиваются. Потому что известно, что большинство книг Ангелины в качестве благотворительного проекта записаны аудиоверсии для детей с вадами зору. То есть Ангелина в студии нашего радио Николаев ФМ, благодаря студийцам, Ангелина записывала все свои книги, она их читала. И вот самый последний проект, вот эта книга, которую вы сегодня получили, мы ее уже на студии радио Николаев ФМ, мы ее уже начитали. Но это уже не так, как было раньше. Ангелина сама читала авторский текст. Здесь она читала только авторский текст. А все действующие лица, герои, были приглашенные специалисты. Автор в роли автора, да. Да, автор в роли автора. Ведущие радио исполняли роли героев. И ваш покорный слуга тоже читал за Кощея. Тобто в твою активну діяльність долучаються все більше і більше небайдужих людей. Це заразительно, так. І ось ми зустрічаємось на початку нового навчального року. Дійсно, у дітей буде дуже мало часу, щоб виділити на те, щоб почитати книгу. І все ж таки книги – це, мені здається, невід'ємна частина не лише життя дорослих, а й повинна бути невід'ємною частиною і дітей? Як ви вважаєте? Я вважаю, що це має бути невід'ємна частина любої людини. Тому що читання книг – це розвиває уяву. Зараз школа, на мою особисту думку, школа вчить дітей мислити логічно, а мислити думать образами, понимать, что звезды, они не просто это точки на небе, да, или какие-то планеты. Звезды – это просто здорово, как говорил ежик, да, из мультфильма. Мы садимся на крышу и считаем звезды твои слева, твои справа. Этому никто не научит. Это нужно прочувствовать. Поэтому, почему я заинтересовался и начал работать с Ангелиной? Я прочел ее книги, и я понял, что эти книги учат просто добру, просто чувствовать, просто эмоциям, просто фантазировать, просто думать. Да, мне, собственно, кстати, недавно кто-то в комментариях написал: «Боже, сколько в посте или в тексте эмоций, а где же факты?» Я говорю, ну, для фактов есть краеведы, есть историки. Я пишу эмоции, я создаю эмоциональный фон, который каждый может прожить, кто взял в руки книгу, пройти вместе с героем, ощутить на себе. В общем-то, это развитие эмпатии,
наверное, скорее, чем логического мышления. И хотя я не прибегаю ни к экспрессии, ни к каким-то художественным приемам для гротескности эмоций, тем не менее, ну, для меня лично эмоции все-таки больше на первом плане, осмысленные эмоции, не просто так, на плане перед историческими или какими-либо другими фактами. Это не значит, что я не читаю с большим удовольствием историческую литературу. Ну, то я так на всякий случай. Ангеліна, взагалі, твої герої, вони маленькі, вони добрі, вони шукають правду, вони її знаходять, і вони вірять в те, що добро завжди перемагає зло. На жаль, сьогодні в Пошані декілька інших героїв, які злі, які утворюють лихо, і лихо перемагає добро. Якось все, якийсь мікс виявляється, що зло – це добре, а добро – це виходить не зовсім добре. Так відбувається сьогодні. И в суспильстве, и в дорослому, вот я пока, Ангеліна, потом, смотрите, не бывает света без тени. Не поняв зла, не найдешь, не поймешь всю силу добра. Да, зачастую для того, чтобы победить зло, нужно использовать зло. Да, вот эта градация между добро и зло, это не, ну, по моему мнению, это немного не точно, неверно. Существует множество разных, да, тут не то, что черно-белое. Больше того, извини, любое добро приносит кому-то зло. Обязательно, ну, если так вот посмотреть обширно, вот, перевел через дорогу бабушку. Бабушка стоит на тебя, смотрит, говорит, внучок, мне в другую сторону вообще было. Ну, да, это... ну я утрирую сейчас. А, или другая бабушка с той стороны осталась, говорит, вот зараза такая, да, перевел ее, а меня не перевел. Ну, как это, ну, так? В любом случае, да. Все, ну, то есть кому-то очень... мы все равно наступаем на больной мозоль. И все одно, акценты сегодня декілька змішені. Вони все ж таки... По моему мнению, я не могу сказать, почему происходит. Мне кажется, что это так проще для общества. К сожалению, общество становится немного, как бы так сказать, правильно. Просто, да, а я вот согласна, мы становимся в погоне за выживанием более агрессивными, и поэтому агрессивные герои, их мотивация нам понятнее. Да, да. Я когда-то общалась для статьи с Анатолием Котом, белорусский актер, и он играет, как правило, таких отрицательных персонажей, ну, как правило, но не всегда. Я говорю ему, что помогает? Ответ простой, я нахожу им оправдание в каждом поступке. Я их понимаю, и поэтому я их люблю. Поэтому они получаются такими натуральными. Это не значит, что в жизни он поступает так же. Да? Точно так же вот пишут этих отрицательных героев. Потому что люди, которые читают, они их понимают. Потому что они ближе этому времени, в котором они живут. Я не говорю, что это правильно. Тенденция. Так устроено, к сожалению. Тенденция. Але все ж таки твої герої, вони все одне залишаються маленькими, добрими і такими, які вірять в те, що добро обов'язково перемагає зло. Втім, я так буває в житті, добро обов'язково перемагає зло. Ангеліна, будь ласка, у нас залишається, Юрій, у нас залишається 2 хвилини, і я знаю, що твої книги, наприклад, ця книга «Спасти Кащея», вона має більш широкий спектр, ніж просто читацька книга. Ну, а да, она живет после того, как оказалась на полочке у читателей, но я думаю, что Юра потом расскажет с большим вдохновением. Ну, да. Мне нравится процесс работы. Значит, все очень просто. Ангеліна, кроме того, что она пишет книги, она еще практикуется, да не практикуется, она еще и сценарист, правильно? Сценарист. Драматург. Да. Вот, драматург, правильно, да. И совсем скоро Ангеліна уже получит лицензию на этот спектакль. В общем, она написала пьесу.
пьесу по своей книге. И сейчас эта пьеса ставится в Николаевском русском драматическом театре. И на презентации книги директор театра об этом заявил. И сейчас спектакль, я знаю, уже в работе. И к концу осени, я думаю, все николаевские зрители порадуются, увидев на сцене героев этой книги. Если не вмешаются какие-нибудь непредвиденные обстоятельства. Да. Ну, все в этом мире. Ничего нельзя планировать заранее, как говорил Воланд у Булгакова, да? Как вы можете считать, что распланировали свою жизнь, если не знаете, что с вами будет? Но самое главное, читать нужно всегда, всем. Тобто, якщо підбити підсумок нашої сьогоднішньої зустрічі в самому початку нового навчального року, нас чують і діти, і їх батьки, і маленькі, і великі, і старенькі, усі. Який ми можемо зробити підсумок? Що читати треба, а ще що? Я процитую Тараса Григоровича. Будь ласка. Учитись, читайте, своєму навчайтесь і чужого не цурайтесь. Ну що ж, друзі, спасибі, що ви завітали до нас в студії. Я сподіваюся, що попереду в тебе, Ангеліна, багато і творчих планів, і головне, щоб вони були реалізовані. У нас сьогодні в студії були миколаївська дуже активна письменниця Ангеліна Кріхілі і літературний агент Юрій Багрянцев. На все добре.